Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот перед вами, как говорится, такой набор, который я периодически обновляю теми мушками, которые проходят испытания. Но я хотел бы с вами затронуть совсем другой вопрос, который у нас сегодня буквально недавно обсуждался с моим другом Тамазом. Как вы видите, здесь они все выполнены в разных цветах и в разных расцветках. Передо мной фонарик, который работает в ультрафиолете. Вы сейчас сами воочию убедитесь, как вы видите, уже начинают определенные нимфы подсвечиваться. И уже видно, вот зеленое и все другие, допустим, как они будут работать на больших глубинах. К чему я веду этот разговор? Вот обыкновенная флуоресцентная, допустим, нитка, которую мы распускали тесьму, и у меня она находится в таком состоянии. При освещении ультрафиолетом, как вы видите, она выглядит вообще светонакопительная. Ультрафиолет присутствует практически везде. Это тот спектр, который, вот, допустим, перо окрашенное. Точно так же, вы видите, оно уже в ультрафиолете начинает светиться. Используя вот такой момент, я очень часто изготавливаю мушки, которые работают на больших глубинах и довольно-таки удачно. Я хочу предложить вашему вниманию сегодня связать нимфу, которая будет работать на больших глубинах, ну и практически на любых глубинах, но более результативно она на большой глубине. Давайте приступим, и в процессе изготовления я вам буду все рассказывать. Крючок мы с вами взяли, я взял номер 12, граб шримп, огрузил его латунной бусинкой и, как видно, вот сделал огрузку свинцом. Капнул буквально капельку лака, закрепил, как обычно, вот такой вот люрекс, как я вам показываю. Можно леску, можно любой другой люрекс, не обязательно такого типа. Это для того, чтобы немножечко разнообразить наше тело. И, естественно, нашу нитку, которой мы будем формировать тело. Теперь нам необходимо с вами, я не буду тратить время, подровнять тело, чтобы оно было белое. Нить, естественно, должна быть белая. И выполним обмотку телом, просегментируем, не доходя буквально 1 мм до нашего шарика. Давайте сделаем. Вот, друзья мои, мы с вами изготовили вот такое тело. Просегментировали. И я, как уже показывал неоднократно, я использую вот такой лак-клей. Можно использовать и клей для вейдерсов, можно Big Bone, как вам будет удобно. Любой материал, который... Можно эпоксидку 5-минутку. То есть практически свойства этот лак, как вы видите, вот его свечение абсолютно не нарушает. Вы видите, насколько хорошо играет наша нимфа. Подождем, пока подсохнет наш лак, подготовим перышко. Нимфа достаточно простая, единственное, что только вот такая заморочка, это то, что необходимо ждать, когда оно подсохнет. Я закрепил, подобрал перышко по величине породок. Можно, конечно, и несколько другое перо взять, но желательно, конечно, чтобы это было тоже флуоресцентное перо. Учитывая то, что длина пера у меня маленькая, я беру перодержатель и буквально, ну вот сколько нам позволит место, которое мы с вами оставили, выполнить полтора. Смотрим на то количество, которое мы с вами укладываем бородок. Лишних, понятное дело, нам здесь не надо, поэтому это не тот случай, когда много будет хорошо. Вот я смотрю, что у меня уже эти полтора оборота для меня будут вполне достаточно. Ну и теперь мы с вами закрепим, сделаем завершающий узел и окультурим нашу мушку. Вот, друзья, и все. Как вы видите, достаточно привлекательно. Вот видно, насколько
хорошо работает в ультрафиолете, нимфочка готова. В силу специфики распространения волн, а свет является тоже волной, ультрафиолет нас окружает везде и глубже проникает в воду. Пробуйте, экспериментируйте. Желаю вам удачи. До скорых встреч!